Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Все будет Украина, друзья. Не далее, как года два назад, бункерный дед, явно насмотревшись вот таких сюжетов по телевизору... Мы великая страна, мы великая держава, и у нас будут мощные вооруженные силы. У американского гегемона пупок не выдержит. Военным путем Россию победить невозможно. Вдруг решил, что хорошо бы перед смертью в учебники истории попасть. Мол, армия такая сильная, что мы можем себе позволить что угодно. Хоть земли якобы русские собирать. Ну вот Петр Первый воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Хоть НАТО на границе 97-го года двигать. Речь об ультиматуме России по гарантиям безопасности в Евросоюзе. Вся инфраструктура западных партнеров должна вернуться к состоянию 1997 года. Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года? А бояре, видя настроение царя, ежедневно старательно подливали масло в огонь. Именно тогда на Останкинских шоу начали бомбить ртом европейские города. Приведем все в состояние боеготовности и, наконец, шарахнем по нацистской гадине, где бы она ни была. Причем в Париже, в Берлине, а в Лондоне так особенно. Большая европейская война, вот по-настоящему такая, с горящей не только Варшавой, но и Веной, но и Берлином. Безусловно, это закончится все нашей победой. Мечтать о проливе Сталина в США. Принуждать к миру нужно этот самый западный мир во главе с Соединенными Штатами. И в 21 веке сбудется мечта великого мыслителя, академика Сахарова. О проливах? Да. О проливах. И на территории Соединенных Штатов Америки будет пролив имени товарища Сталина. А особо одаренные и не очень мытые даже заявили, что лично напишут новую конституцию ЕС. Именно мы будем пересматривать все. Начиная от Организации Объединенных Наций и ее вот этих вот всех дочерних институтов. И заканчивая Конституцией Евросоюза. Почему нет? Я, например, готова принять даже в этом самое активное участие. И народ российский, глядя на эту пустую браваду, верил и хлопал в ладоши, мол, все НАТО, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. А русскому танку, если что, визы не нужны. Ну, там, визы они там нам не будут давать. Вот санкции нас записали. Но танкам визы не нужны. Русским танкистам визы не нужны. У них без виз. Тотальный, полный. Куда хотят, туда и едут. Им даже дороги не нужны, вы не поверите. Но реальность постучалась в двери к ура-патриотам буквально сразу. Вместо того, чтобы вернуть НАТО к границам 97-го года, великий стратег-многоходовочник Путин вдруг получил с Североатлантическим альянсом 1200 километров общей границы. Финляндия вступила в НАТО. Процесс вступления Финляндии в НАТО стал самым быстрым в истории организации. НАТО становится сильнее. Финляндия в большей безопасности благодаря принадлежности к Альянсу, где мы гарантируем безопасность всех союзников. То есть подлетное время до Санкт-Петербурга сократилось в разы, а Балтийское море, по сути, стало внутренним морем НАТО. В итоге кремлевский план с новым мировым порядком обернулся унижением России, а путинские отмазки из серии «Мы не против Финляндии». Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. Ну, хочется им, пожалуйста. Смотрелись даже не жалко, а реально позорно. Дед, если что, то у тебя и с Румынией территориальных споров нет, да и с Болгарией тоже. А зачем ты тогда собирался НАТО на границе 97-го года двигать, а? Наш президент
что отправил бумагу западным странам, США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валите в границы 97-го года. Ну, так же было. То есть Путин заврался настолько, что стал перечить себе же. И вся кремлевская рать явно обдумывала, как бы отыграться. Но вместо этого случился новый позор, от которого Кремль не отмоется еще долго. Ведь границы действительно стали двигаться, вот только не НАТО, а России. Начинаем со срочных новостей. В Белгородскую область прорвалась украинская ДРГ. Информацию официально подтвердил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков. По его словам, заход диверсантов произошел в Грайворонский округ. Ситуация доложена Путину. Бои начались в районе населенных пунктов Глотово, Дроновка, Козинка и Гараподол. Просто вдумайтесь, друзья, каких-то полтора года назад чувачки в Кремле и Останкино собирались за три дня брать Киев, зачищали ртом Одессу. Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймет все. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Войдут части тоже для зачистки Киева. Все стратегические направления контролируются российской армией, как в районе Киева, так в районе Николаева, по направлению к Исмаилу, так по направлению к Одессе. А потом так называемая спецоперация пошла настолько по плану, что российским силовикам приходится перебрасывать целые бригады для обороны Грайворона. На уничтожение ДРГ в Белгородской области направляется 74-я гвардейская мотострелковая бригада. О кислых рожах пропагандистов в эти минуты мы вообще молчим. Это не начало, это продолжение, и это будет продолжаться дальше. Ну, это актуализирует, конечно, задачу. Надо освобождать и Харьковскую, и Сумскую область с тем, чтобы обезопасить нашу границу от подобных вылазок. В связи с тем, что мы не создали буферную зону пограничную на территорию противника, нужно создавать тогда внутри страны. И это нормальный, реальный путь спасения людей там, на линии боевого соприкосновения. А это же они врали людям после Брянска, что выводы сделаны. Строчили текстики, мол, граница на замке. В сверхсжатые сроки укрепили границу. Мышь не проскочит. Андрей Турчак. Вкладывали безумные деньги в якобы строительство оборонительных сооружений. Там, дальше, Украина буквально в нескольких километрах. Здесь происходит строительство линии обороны. А теперь вдруг оказывается, что даже не какие-то механизированные бригады ВСУ, а что-то типа народного ополчения, состоящего исключительно из граждан России, спокойно переходит границу. Вопросы, как эти группы прошли, где была артиллерия, которая должна была накрыть их на подходе, где были группы быстрого реагирования, которые должны были встретить и нейтрализовать их. Для меня это огромный вопрос, огромнейший. Эх, Руденко, пора бы уже понять, что вы слабые и жалкие. Тогда легче будет новые зрады принимать. Какая нафиг армия, какая артиллерия? Убегал кое-кто, примерно как в Харьковской области, оставив в РДК целую пачку трофеев. Трофейный БТР-82А. АФСБ Российской Федерации. И это же мы все не для того показываем, чтобы как-то приукрасить события. Нет. О масштабных истериках в РФ говорит тот чудесный факт, что перепуганные чмони принялись подрывать мосты, лишь бы остановить продвижение людей, восставших против ФСБшной хунты и московских карателей. В Белгородской области объявлен режим контртеррористической операции. Начался подрыв мостов, сообщил губернатор региона Гладков. Но что забавно, украинскую трактовку о народном ополчении Белгородской области пропагандисты почему-то не оценили. Куда ни включи, везде были визги то о диверсантах, то о террористах. Введен режим контртеррористической операции. Эти террористы, эти людоеды и подонки, они не комбатанты. Они уничтожаются и не подлежат обмену те, кому посчастливится попасть в плен. Те, кто входят на нашу землю, белгородскую, русскую землю, должны быть не просто выдавлены куда-то там вперед. Нет, они должны быть ликвидированы, уничтожены и замочены в сортире. Я цитирую президента. Потому что это террористы, которые там
пытаются захватить село, пытаются захватить дом. Боевики. И боевик должен быть ликвидирован. Все. И очень хотелось уточнить, а что такое? Не нравится, когда в ваши игры играют вдвоем? Ведь напомним, гражданина России Гиркина, захватившего Славянск в 2014 году, вы тогда чуток иначе называли. 300 стрелковцев или железные русские. Так теперь называют всех ополченцев Донбасса во главе с командующим Народной армии Игорем Стрелковым. То есть, если Гиркин по вашей трактовке ополченец, то и в Грайвороне тоже ополченцы, точнее, народная милиция. И опять-таки нечего на те же танки кивать. Наверное, сегодня вот этот прорыв, а это, говорят, ДРГ, это не ДРГ. Это усиленная мотопехотная рота, там до 4 танков. Ведь мы же отлично помним слова одного известного стратега. Ну, о том, что совершенно любое оружие можно в военторге купить. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую. Вот и народная милиция Белгородской области, очевидно, прикупила. А заодно и ПЗРК, из которого был сбит российский вертолет. Противник зашел не пустой. Были и ЗРК «Авенджер», и достаточное количество ПЗРК. Работали и нарами, и чугунием, и умным оружием. В этот раз просчеты наших верхних штабов ВВС оплатили жизнями одного экипажа. И опять-таки не вздумайте негодовать. Давайте-ка напомним всем негодующим, что когда в 2014 году Кизяк Бабай сбивал вертолеты, то в России это всех более чем устраивало. Противостояние в Донбассе все горячее. Сегодня бойцы самообороны, по их собственному признанию, сбили вертолет Ми-8, который пытался взлететь с аэродрома в Краматорске. И заметьте, тогда почему-то не возникало у вас вопросов, откуда у судимого наркомана ПЗРК. Поэтому не нужно сейчас негодовать и грозно трясти кулачками. Здесь надо четко и ясно же все действовать жесточайшими методами. Сколько раз мы говорили, что надо дать возможность нашим спецподразделениям, которые знают, умеют, кошмарить подонков в глуби их территории. Пришло время все-таки сыграть на обострение. Ведь, во-первых, ну а что вы сделаете? Еще раз нападете или ракетами ударите? Мы понимаем, что враг не сдается, его так или иначе придется уничтожать. То, что происходит сегодня, это точно не территория Украины, это территория России. То есть это должно быть либо названо войной, либо этому нужно присвоить, ну, какой-то другой, в том числе не юридический статус, а организационный. Так ракеты ваши и так каждый день летят. То есть вообще ничего не мешает переносить войну на территорию России. Тем более, что зашли на российскую территорию российские же граждане. В рейде на Белгородскую область участвуют граждане России. На территорию России вошли подразделения Легиона Свободы России и Русского добровольческого корпуса. Другими словами, раз открыли ящик Пандоры, то извольте теперь выгребать. Причем вы же сами в глубине души понимаете, насколько жалко звучат озвучиваемые вами истории про украинский терроризм или какую-то неоправданную агрессию. Вторгся на нашу территорию для того, чтобы кошмарить прежде всего гражданских людей. Напомню, они нападают на гражданских и распространяют фейки и пытаются создать панические настроения. Эти террористы, эти людоеды и подонки. Или, может, в России кто-то всерьез думал, что получится войну в Украине по телевизору смотреть? Не, ребятки, так не бывает. Например, потому что это как минимум несправедливо. Вот вы сейчас что холопом говорите? Мол, Белгород — это чтобы отвлечь внимание от Бахмута, верно? Все это приключилось с одной единственной целью. В субботу российский флаг окончательно был воздвигнут на развалинах русского города Бахмута. Задача проста. Перебить информационную повестку по Бахмуту. Потеря Бахмута сказалась очень сильно на киевском режиме. Внутри Украины шатнуло. И вот сейчас они без какого-то там сожаления отправили людей на убой, лишь бы перебить эту повестку. И у них это получается, так как, вы посмотрите, все паблики пестрят только Белгородом. И вас не смущает то, что в Бахмут вас никто не звал, а теперь этого города нет? Там нет ничего, кроме выжженной земли. Нет людей, нет промышленности, нет жизни. И вы это терроризмом не считаете. Напротив, на федеральных каналах регулярно рассуждают о том, что украинские города нужно стирать в пыль.
вот сначала давайте уничтожим всеми возможными матери город Киев, вот его правительственный квартал. Три дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Три дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Да нахрен смести, чтобы близко не было Львова. Да выжженную землю создайте, чтобы никто не подошел. Но у нас для вас, господа многоходовочники, плохие новости. Грайворон – это только начало. И очень скоро и Бахмут, и Мариуполь, и Попасная тихонько так постучатся в российские города. Туда, где пока не пуганные войной ура патриоты уже повизгивают от каждого хлопка. Вот, блядь, по нам. Прям склад хранения, походу. Я в А еще обкладывают матом путинских бояр за неготовое бомбоубежище и закрытые подвалы. И винить в такой жизни россияне могут исключительно Путина, который почему-то считал, что пропаганда прикроет любую несправедливость, оправдает любой беспредел. Это же он отправлял армию и называл ее местным ополчением. Это он рассказывал об оружии из военторга. Это он ставил под сомнение общепринятые границы стран. А теперь просто прилетело бумерангом. И в этом бумеранге винить они могут только себя. Больше 8 лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем он вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!